have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Лара, она же расхитительница тамбниц, их же гробниц. Мы на мостике, и сейчас мы побежим паркурить. Там вон где-то, вон там, вон, не знаю, сегодня видно сидит дядька, который обещал нас прикрывать, не знаю, правда, неправда. Будем сейчас пробовать. Интересно, паркурить нам придется прям сразу, или те мосты еще хоть что-то выдержат? А, сразу. Понял. Хопа! All right, Lara. That bridge is swarming with guards. Great. Any ideas? Тебя что, патронов не хватит? It'll be tricky. But you can probably make your way across underneath. I was afraid you were going to say that. Don't worry. I'll be covering you the whole way. А давайте я сверху пройду. Я же их всех просто убью и все. Она же бессмертная. То есть, почему я должен паркурить, если я могу их всех перестрелять? Дайте мне выбор хотя бы. Здесь ничего такого нету вроде. Вот эти белые стеночки выглядят как будто обосранные птичками. Прикольно. Это, кстати, не что-то отрицать. Здрасте. Не надо так наклоняться, я все понимаю. Кстати, я вот сейчас при загрузочке, я не знаю почему, я раньше просто не обращал внимания, типа загрузка, всякое такое, сейчас я что-то сидел. Загрузка на самом деле не длинная была, просто мне сегодня что-то дернуло глянуть, что в создателях числятся Eidos и Square Enix. Eidos. Lara, I've got them in my sight. Here goes. Те самые Eidos, которые когда-то... Не-не-не-не-не, сюда. Это 13-го года игра, получается, на тот момент, 13 лет назад, они сделали первый Deus, и сейчас они участвуют в этом. Немножко грустно. Насчет Square Enix, я не уверен, у них были спорные решения. Чувак, тебе не кажется, что он больше повредил сейчас, нет? То есть, если бы я его пристрелил сейчас сам, он бы упал в другую сторону, и все было бы нормально. Да! Почему? Ну-ка бы, да, не двигайся, я бы прополз там, я только туда перепрыгнул, сразу же начал двигаться вбок. Вот тут игра специально нарочно делает, чтобы ты помер, потому что, ну, блин. Я бы успел проползти, они бы мне ничего не сделали. Ради этой не очень эффектной катсцены вы мне... Ну, двигаю. Wait. Lara, I think you're clear. Дайте я залезу. I think that makes us even. Lara, look out! Ну так убей его, чё ты... Ты не мог его... Ой, олень. Ты не мог его убить, когда... Но я жму. Не мог его убить, когда он только подходил. Главное предупредить. У тебя хватило времени проорать там это? Lara, there's too many of them. Get out of there! Туда, я понял. Да я понял! Сюда, нажми ты! Ой, косая. Ладно. Встань! В этом прикол, она не бежит по диагонали, когда следует, потому что нажимаешь... Да зацепись ты! Ну что за человек? Неужели слишком рано прыгаю? Ну я не знаю, как бы...
Ладно, да. Да хорош ползать. Встань! Блин, я не перестаю восхищаться этим кривым управлением. Как можно было так все испортить? Все, зацепилось наконец-то. Рот, I'm heading in. Are you sure about this, Lara? I'll get them. I'll come back. Неужели нельзя было при сочетании клавиши вперед и вбок сделать передвижение наискосок, как в всех нормальных играх? Нажимаешь вперед и вбок, и она тупо начинает идти вбок. Нету никакого наискосок. Ой, блин, ладно. Я понимаю, что все это было заточено под контроллер. Ну так, блин, не делайте тогда чертов порт на компе. Если сделаете, то сделайте его нормально. Я тут что-то вообще делаю? А, ну да, я иду вперед. Я думал, это не влияет никак. О, а там что-то камни горят. Ага, понял. Какие у них чистые зубы. Посмотрите, у этих черепов какие чистые, красивые зубы. Человек прожил всю жизнь, у него были идеальные зубы. Круто. Я тут точно ничего не упускаю. Тут же ж... Нет, тут только ребята с хорошими зубами, все. Тут больше ничего нету. Вход в пещеру. У нас два пути. Почему? Мне туда куда-то. Тут просто кустик был и все. Причем он сразу исчез. Ладно. Вот тут никаких ценностей нету, да? Ладно, хорошо. Зачем ты лук достала? Мать и ас. Мать и ас его. Ну, ладно. Это сверху сжечь можно? I know you want your freedom. I know you want to escape this place. But to do so, we must release our... Сейчас выстрели ему в глаз, и все. Игра закончена, идем по домам. If we can free her, we free ourselves. This girl, she carries the blood of this land. She could be the key. The ritual of flames will show us the truth. Himiko, you are the first and the last. Speak to us now. Почему в него? Почему не в Матиаса? Почему не в Матиаса? Почему? Вы думаете, что... Ай, ладно. То есть тебя бы все равно это ждало. Дмитрий, Николай, bring her to... Игра, почему? Ответьте мне на вопросы, почему не в Матиаса? Вы могли сейчас просто закончить игру. Ты даже не сбежал. И... Ай, ладно, короче. Я почему продолжаю спрашивать ответы? Я здесь их не получу. Здесь нету ответов, здесь нету сценария, нету сюжета. Это... Надо просто продолжать. Все, я понял. Ну, в чем-то он прав, кстати. А вы не можете их двоих спалить, нет? Я бы посмотрел на это. Да. Чё, блин? She's the one. Soon, my brothers, we will be reborn. Эта игра настолько слаба, что она даже не может позволить себе убить второстепенного женского персонажа.
Опять же, тут применяется тот же самый трюк, как во многих современных фильмах, к сожалению, где хотят показать сильный женский персонаж, но при этом показывают слабых и тупых мужских персонажей. Это в корне неправильный подход. И я обожаю сильные женские персонажи. Рипли тому подтверждение, что старшая, что младшая. Они обе просто офигительны. Рипли, Ангел и Чарли. Фу, не дай бог, не новые. Вот те старые, классические. Есть офигительная куча классных, крутых, сильных женских персонажей. Там, где правильно над этим поработал сценарист и автор... постановочных сцен и всякое такое. Можно сделать очень круто. Для этого уметь надо. Вот. Ларочка, так уж получилось, что она всегда попадает не в те руки. Собственно, наверное, поэтому я никогда и не был фанатом этой серии. И сейчас я в первый раз решил попробовать. И, ну, собственно, вы уже видите, что с этого получилось. Я не против Лары. Я против того, как криво и однобоко сделано тут все. Вот, собственно, почему я бомблю каждую серию. И, собственно, ладно, я сейчас это объяснил, надеюсь, вы меня понимаете. Причем это касается как сценария. Ну так не иди туда. А, понятно. Любой природный газ абсолютнейше огнеопасен. Стой, мы без пушек остались? Да, да. У нас только лук. Детальки. Так детальки нам сейчас, в общем-то, ни к чему, потому что нам придется все... О, навыки. Я из-за титра не вижу ничего. Мне придется... О, the helicopter isn't our way off. You know that, Lara, in your gut. I have to warn the others. If we board it, we're dead. Что мне для этого надо? Уровень 3 мастер. Это на оружие где-то? Так, может мне ненадолго противника стройки, дай у них камни и землю. Не верю, что я хочу это. Ледоруб. Можно нанести ледорубом. Ну, как бы да, я знаю. Итак. Это у нас было двойной удар ледорубом оглушает. Ужасные увечья. Атака с уклонением. После уворота от атаки воткните стрелу противнику в колено, чтобы потерял... Третий мастер. Искусство убивать. Получайте больше опыта за искусные убийства. Это как, какие-то с особым извращением, что ли? Давайте. А, выстрелы в голову, бесшумное убийство и добивание противника. Понял. Да, давайте. Так уж получилось, что в голову мы попадаем довольно часто. Нужно одно очко. Тяжеловес. Правильно распределять нагрузку, может носить больше. Вот это надо будет еще взять следующим уровнем. Все, хорошо. Более-менее. Я надеюсь, я не забуду это к следующему уровню, к следующей прокачке. Стой, стой, стой. Тут что-то можно... Я сам почитаю. Спасибо. Итак, всем новым братьям... Да, всем новым братьям свою работу... Всем новым братьям свою работу определяют... А, ну ладно. Ну они что, вкалывают? Я понял, просто стиль разговора такой. Пока Матиас доказуху на свою типа духовную связь с императрицей предъявляет, они верят и не рыпаются. Блин. Вот прием в братство, это да, штука жесткая. Там такая шняга, фишка.
Он, как говорит, пока в человеке не истребится человеческое, он бесчеловечен не станет. Ну вот мы отправляем новичка в пещеры голодать, там сражаться, когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто целел, добро, как говорится, к нам пожаловать. Вообще, если честно, вот и я и сейчас догнать не могу, какой такой силе Матиас подсосался. Да и горе оно, нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто его знает, может мы уже реально в аду. Ну, короче, с нами бандюки, они уже понимают, но все равно продолжают остервенело сражаться на его стороне. Ладно. Вот, просто чтобы вы понимали, смотрите, глава экспедиции моментально убивает. Этого же моряка, хоть он и выставлен в хорошем, правильном свете, моментально убивает. Доходит очередь убить Сэм. Не-не-не, давайте мы подождем. Такого же не может быть. Warface. Это я не про игру, это про боевое лицо. У меня две стрелы. Дайте мне стрелы, ребят. Их же давали до этого прям хоть задница и жуй. Почему сейчас их у меня нету? Якобы не хочу ни с кем вручную драться. Как вообще вручную драться-то? Я только что это, ну, хотел прокачать, но я без понятия. Так, а вон и стрелы, кстати. Да нажал я и нажал. А как бомбануло. Так. А, огненную можно было сюда пустить. Я понял. Тут бы все рвануло. Я понимаю, мне в ту дверь, да? Но мне куда-то туда. Я тут могу просто подлутаться. Зачем я сюда иду? Просто ради ящичка? А, тут какое-то еще сокровище. А, да, ребят, стрел у меня не осталось. И тут тоже ящичек. А, крыс мне подсвечивает. И типа я могу на них поохотиться. Смешно, смешно. Дайте мне стрел. Сейчас же выскочит еще какой-то чмишка. И будет не очень красиво. Я вернулся назад. Ясно. Накинул кругаля. Это же я отсюда. Да, это я отсюда приходил. Что-то в обратку я эту дорогу не признал. Так, ладно. Там мы бабахнули дверь. Вон там вот, да. О, еще стрелы. Ну,
хоть три штуки. Да-да-да, кашли. Еще хоть три стрелы, это уже хорошо. Я их не вижу пока что, если что. Это моя страсть к луту была, чувак, не переживай. Как ты так быстро отошел от стрелы в бок, не подскажешь? Да как ты так пригибаешься-то вовремя? Засунься обратно! Сколько у меня стрел осталось? 4. Мало. Стрелы подобрал, хорошо. Добивание. Ты ёжик, блин, офигеть, хватит. Вот это было, ну вот это было не тупо, это был сложный момент, но это было нормально, это было прикольно. То есть выкрутиться с луком против толпы вооруженных людей, ну то есть это было интересно. Здесь чувствовался какой-то здоровый челлендж. Я не говорю, что это было логично, это было интересно. Так, стрелы на максимум, хорошо. Почему я не могу у них отобрать оружие? Они же здесь с автоматами были. Потому что это не мой автомат. Да мне как-то пофиг. Это первое бы, что я сделал, забрал бы у них оружие. Почему я продолжаю ходить с луком? Логика. Ладно. Да, смотри уже. Алиша, honey. Алиша, милая, не хотела мне этого писать, но может так получиться, что другой возможности говорить с тобой уже мне не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала все, что я делал в этой жизни, я делал ради тебя. Может что-то... А, может где-то и напортачила, но не со зла. Мне больше думаю... Мне больно думать, что если у тебя что-то случилось, мне не будет рядом, я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучше всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Это самое лучшее, что есть у меня в жизни. Очень прикольно в такой записке говорить. А, слушай, знаешь, мы тут это с тобой были лучшими этими подругами. Мать и дочь и все дела. Но вот твой батя, этот Конрад, про него я тебе ни разу вообще не рассказывала. Но тебе как бы и не надо. Ладно. Отдайте... Да, хорошо. Почему я не могу... А. Мне сюда. Я что-то думал, что мне надо было тут дверь взорвать. Не? Стоп, а куда? Да. Клетки, шметки, конфетки. Мне сюда, понятно. Ахахаха, да. А, так мне все-таки туда. Я был прав, просто немножко по-другому. Так, о, костерочек. Одно очко навыков, красиво. Только как раз что я хотел там прокачать, здесь было.
Правильно. Вот, да, он больше на... Ух, опять эти ракурсы. Знаете, за вот эти ракурсы я могу этой игре пройти довольно многие вещи. Вот, что-что, а здесь еще нету вот этого влияния, как в современной культуре, что все должно быть плоским, максимально закрытым, ну и вы понимаете. I remember black silk fans were used when conducting funeral rites for nobles. Вам жарко? Давайте я помашу веером. Но я вот я покрутил, там рисунок был с другой стороны. Начало 19 века, веер из черного шелка. Начало 18 века. В смысле из черного шелка? Как веер из шелка, по сути, тряпичный, пролежал здесь и не сгнил к чертям собачьим. Ладно. Упустим этот момент. Стрелочки. Хорошо. Сохранились. Поехали дальше. Цепляйся, цепляйся. Да ну бы... Ну почему ты в бок-то прыгаешь? Я тебе говорю, прямо. Вот надо обязательно встать прямо. Вот, да, теперь это срабатывает. Oh, hey, Nikolai sent us down. We're here on orders. Подходи, подходи, чувак. Somebody else told us we, didn't actually talk to Второй раз бомбануло. Вы чё? Я думал, это все. Ты кто такой вообще? Так в смысле ты ее убил? А иди ты нафиг. А, я с костра начну, по крайней мере, недалеко. А, даже не с костра. Сейчас вот этот перец подойдет. А, в этот раз они меня не заметили. Спасибо. Прощайтесь. Там лут, если чё. Я хочу его забрать. Я ж потом смогу сюда вернуться. А где они? Тут же еще двое было. Стоп. Что за фигня? Это же они меня в прошлый раз и убили. Где они? Как они здесь вдвоем стояли и не задыхались? Никто мне ничего не хочет подсказать. Ну, то есть, как это вообще возможно? Когда что-то объясняется игровыми условностями, окей, я могу это понять. Но когда игровые условности работают вот таким вот образом, на каждом шагу и все по-разному, ну, не знаю, ребят. Ладно, экспу мне дали. Можно вылазить отсюда. Надо будет найти кнопку, как драться в рукопашку. Я даже без понятия, как это делается. Мне просто лень сейчас искать, буду с вами честен. Submit themselves before you. With voices, we praise you. With hearts, we honor you. With fire, we are bound to you. You are the sun. You are the light. You are the storm that rages at night. We are your children.
Wait for the... What was that? Здесь взрыв, как бы, этим огнем убило всех. Там огнем убило тогда только двоих. Привет. А ты что, отъехал уже? Отъехал, видимо. А, вот теперь правда отъехал. Что-то мне это напомнило, знаете, в каком-то мультике, по-моему, Warner Brothers старом, или что-то такое было, когда Койот у него, он говорит, мне в этой серии мне не нарисовали револьвер, поэтому я буду бросаться пулями, берет просто охапку пуль и просто бросает во врага, или это где-то на другом месте было, и такая куча врагов, пах! Ой, я все нашел. Ачивочку открыли. Свадебный веер. Вот, на вид ему не больше пары лет. В том-то и дело, что все эти вееры, это все тряпичные. Они же не могут долго храниться вот в таких вот условиях, тем более. Хорошо, что я это нашел. Итак, ладно, ребят. Оп, стоп. Я это видел. Идут годы. Что с моим голосом? Идут годы. Часто во сне я слышу шепот. Этот шепот императрицы... Это шепчет императрица солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро. Совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы и... Из всего того, что она собрала на этом острове, они пытают чужаков и приносят жертвы им императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора, смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, это все исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда... После этого очищения огнем у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая. Ознакомиться, это значит включить аудио, ладно. Ну, тут явно веселые дела творятся. Чего уж я скажу, ничего не скажу. Вы хотите, чтобы я это повернул? А зачем? О, тут еще что-то есть. 5 тайников собрано. Мне нужно это еще как-то повернуть разочек или... Что такое? А, стоп, это можно поджечь? Все, понял. Пока еще не понял, зачем, но это можно сделать. Оу. Физика. В смысле, что ее здесь абсолютно еще нету, но про нее явно думали. Когда это создавали. Давайте без кутаешек, я уже отвык от них. Working here. Goddamn idiot. This cage is kind of overkill. Since the old man busted out, they don't want to take any chances. Get over here! You hear that? Get goddamn! Нет, нет! Запрячься! Ты что делаешь? Запрячься! Да ну что это сейчас было? А
Так, там чувак наверху еще, если что. В смысле ты не умер? Если ты не умер, ты офигел. Высуньте. Все. А чё? Дайте полутаться. I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. Они уже в вертолете, посмотри на них. Yes, he didn't make it to the guest rooms. Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam too. But we're not gonna do it. Дайте мне поиграть за вот этих вот ребят. I'll find a way to get you out. All right, let's try to loosen this thing up. Come on, guys, again. Okay, ready? Jump! No use, Reyes. Ready? Jump! А вы бы там не рыпались, наверное, немножечко? Не? Да это понятно. Sun Queen, the ancient ruler of Yamatai. You gotta be kidding me. You mean, this is Yamatai? Yes, it would appear so. Well, ain't that something? We found the damn place after all. Hold on to something! Ирония в том, что они говорят такие... я хочу вызвать вертолет, вы так в вертолете, потому что... Что это, по-вашему? Просто да, останется отсюда, да. Мы такие беспомощные. Хорошо. Зацепись, беспомощная, блин. Так, это надо как-то повернуть. Нет! Ладно. Я понял, понял, понял. Стой, а что тут? Тут ничего нет? Стоп. Вот та штука там не зря. Вот та штука там не зря. Давайте попробуем подумать. Что нам здесь нужно? А почему там два? Вот так. Да. We lost the cage that floor! We're down, man! We lost all the fucking floors! We gotta get out of this thing! No crap, this is bad. Laura, you be careful out there! Конечно, я без твоего совета бы не докатался. Watch where you stand! This thing's falling apart! Holy shit, it sounds like a whole mountain is coming up. А что вы мне... А, вы сюда предлагаете? Я понял. В смысле торопись? Я не хочу... А, я понял, понял. Да, заткнись. Okay.
Ну дайте мне не в заставке это сделать. Вы хотите, чтобы я двумя сразу выстрелил? Да, все. Ну все, бегите, я тут, короче, сам разберусь, я все равно за Терминатора играю. Да-да-да, давайте, валите отсюда. Да лезь уже. Конечно, они все упали. Знаете, вот эти все кадры, когда что-то упало, что-то... Я говорю, я не могу заставить себя за нее переживать, потому что... Нету какой-то реальной опасности. То есть даже когда ты проигрываешь, это... Ну, не знаю, как вам это объяснить, ребят. Конечно, я тут уже, блин, дофигища раз подыхал и всякое такое, но... О, тут можно подлутать. Я еще и добил его. Так. Just keep moving. Но шифта здесь нету. Я бы хотел здесь шифтом идти. Хороший такой момент, чтобы пробежаться. Но шифта здесь нету. Шифт — это ползать на карачках. Там, не знаю, когда ты потерял что-то. Я так сам людей убиваю, чем вы меня хотели шокировать? Дайте мне костер. Смотри, сколько здесь огня. Дайте мне костер. Ай, не гори. Все, лутанули. Ну, сколько деталей пропадает, вы прикиньте. Я еще не всех лутанул, кстати. Серьезно? Ну, понятно, это он добивается, никто не уйдет. У него есть свои интересы, не переживай. Ран, Вася, ран. Т-т-т-т-т-т, вы чё? Это же паркур. Да ну тебя нафиг. Если ты его не убила... Это его не убило. Чёртовы. Ха, хищник! Достижение хищник. То, что типа я из лука убиваю чуваков. Там ничего нельзя было, ладно, пофиг, пойдем. Может, там что-то можно было взять? Детали, отдай мне детали. А, детали получены. Ожог, не ожог, детали получены. Так что...
все, успокойтесь. Ху-ху! Стой, ты же... Лора, тебя же убили. So are you. I mean, are you okay? What happened? Once they stopped seeing me as a threat, they let me move about almost freely. Did you know the others were captured? Что, тебя же убили? Sam's in there, but I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, Lara. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course, of course. I'll keep a lookout here. You call me when it's safe. Ну вот нафига такого персонажа вставлять в игру? Человек, который руководит экспедицией, не может быть таким просто. Вот по факту, по определению, зачем так делать? But I'm not. I don't want to be chosen. Вы сами деле думаете, что я какая-то особенная? Я вообще никакущая. Вот правда, случайно сказанное всегда звучит правдой. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Mm-hmm. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We're all trapped here. But you, Samantha, you have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Так просто? Oh my god, you're here! I was beginning to think I was going crazy. It's okay. It's okay. It's gonna be okay. My weapons. How are we ever going to get out of here? We need to leave before he comes back. Whitman! Whitman! Where the hell is he? Run, Laura, run! Get down! Back! Run! Back into the throne room! Осторожней! Да запрячься ты за колонну, блин! Вот это меня бесит. Уже второй раз меня это подставило. Говорю, за что-то запрячься, она берет и выбегает с... Хотя автомат не зря прокачал. Вижу тебя. Вижу цель. Не вижу препятствий. Отсидись. Как он классно на шпагат присел. Ух ты ж! The roof is on fire! Не-не-не-не-не, идите нафиг! Ай! Больно.
Да чертова перезарядка! Блин, это был последний чувак, я практически уверен в этом. Ладно. Нет, 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 давай, за укрытие. Все, успокоились? Нет. Ты чё за Вася такой? А чё ты не перезарядилась-то? Ух ты ж. О, детали дробаша собраны. Надо найти кэмп. Сейчас мы немножко лутанемся. Блин, вот не говорите мне, что я не смогу лутануться, потому что тут всё горит нафиг. Где мой лут? Ха-ха-ха! Блин, ну так нечестно! Вон они все валяются, но я не могу с них лутануть. Вы серьезно? Это же жлобские уроды. Ну как так можно-то? Так, тут есть... Что у меня на автомате? На автомате нифига не осталось. Последняя обойма, это не полная. А, я не смогу их лутануть. Обидно. Ребят, как бы... Дайте мне... Да ну блин, ты офигел! Периодически игра выполняет автоматические сохранения. Знаете что? Это мне как бы намек был, да, что бро, не стесняйся, можешь выходить. Нафиг идешь? Обыщи! Спасибо. Так, ладно, со щитовиками тоже можно таким образом разбираться. Чё ты делаешь? На автомат подобрали патрончики. Очередная катсцена. Я надеюсь, после этого получится... Ох ты ж! I've been waiting for you, girl. You killed my brother. Hey! Я так понимаю, мне просто добраться до него надо. Потому что я ему ничего не сделаю отсюда.
Ты тупая, что ли? Зачем ты полезла с тяжелой пушкой? No hiding now. А, ты промазал с такого расстояния. Гренамет? Минуточку, меня убили? Да! Этот разворот он просто... Говорю, давай вперед! Вот опять сейчас. Под таким огнем такого, чтобы камера выкаблучивалась, серьезно. Главное, она еще и нажимает на курок в то время, как пытается повернуть, чтобы повернуть было максимально тяжело. Я не понял, почему я камера сейчас. Вот то же самое сделал, только я не знаю почему. У нас теперь автомат со встроенным гренометом. Прикольным. Рэмбо. Где здесь кэмп? Блин, кэп. Кэмп, кэп. Вы мне предлагаете пробить. Ну, явно у вас же где-то, не? Блин, мы тут... А, ладно, пофиг. Я хотел просто подлутаться. Ладно, ребят, так понимаю, что меня сейчас загрузят перед воротами где-то, да. Давайте тогда мы на этом моменте и остановимся, потому что лагеря игра нам решила вообще не давать, короче, сказала. Могли бы спокойно вот здесь вот сделать лагерь, костерчик, чтобы я мог прокачаться, там, все дела. Но нет. Ладно, давайте тогда на этом все. И продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами, ребят. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.